Привет! Котики, обладающие густой и длинной шерстью, часто страдают от скопления волосяных комочков в желудке. А если ваш воспитанник еще и постоянно сидит в квартире, то вам просто необходимо обеспечить его специальным питанием, которое позволит выводить эти комки, не причиняя вред организму. Французская компания Royal Canin совместно с диетологами и ветеринарами создала специальный корм для таких пушистиков. Корм Royal Canin Indoor для длинношерстных котов. Рацион содержит эксклюзивный комплекс клетчатки, сочетающий в себе ферментируемую и растворимую. Именно такая комбинация способствует естественному выведению волосяных комочков из организма кошки. Кроме того, корм содержит высокий уровень протеина и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют поддержке здоровья кожи и красоты шерсти кошки, что особенно важно для представителей длинношерстных пород. Размер крокеты корма идеально адаптирован для кошачьих челюстей. Запах у корма довольно приятный. В составе такого питания дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, легко усвояемые белки, пшеница, рис, животные жиры, растительная клетчатка, а также витамины и минералы. Выпускается такой корм в упаковках по 400 грамм, 2 и 10 килограмм. Единственный недостаток – это то, что специальную силиконовую застежку имеет упаковка только на 2 килограмма, а для остальных придется проявить фантазию, чтобы сохранить корм свежим. А как вы помогаете своему котику выводить шерстяные комочки из желудка? Делитесь опытом в комментариях. Пока!